Несколько флаконов потраченной краски, 3 часа кропотливой работы, и вот простое окно превратилось в настоящую картину. Такой подарок решила сделать семья Крупченко ко Дню России. Они стали участниками всероссийского флешмоба «Окна России». До этого мы разукрашивали окна к 9 мая. Всем понравилось. Решили попробовать ко Дню России. Нарисовали купола, маки, триколор. Всей семьей проводили время. Веселимся как можем, да? Во всероссийском флешмобе приняла участие и семья Ардашовых из микрорайона Кубриз. Обсудив дизайн с мамой, Даниил Ардашов принялся за дело. Из цветной бумаги он вырезал голубей, шарики и российский триколор, а после фигурами украсил свое окно. К празднику он подготовил и стихотворение о своей родине. Родины наши, мы все отвечаем, от чистого сердца мы вас поздравляем. И как не бежали бы жизни года, пусть будет Россия прекрасна всегда. И знают все взрослые, и знают все дети, нет замечательного места на свете. Сила твоя во всех странах видна, славься Россия, славься страна. Творческий флешмоб подхватила и семья Землянских из Славянска на Кубани. Пару часов совместной работы, и окна дома украшены ко Дню России. А во дворе развивается российский триколор. А из уст молодого поколения звучат слова любви к своей стране. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. С праздником! К празднику подготовились и многие предприятия и социальные объекты Славянского района, украсив свои фасады российскими флагами. Присоединяйтесь к флешмобу, поздравьте свою страну и всех россиян с праздником. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».